Эксперты назвали лучшие фильмы о вампирах. Лидером стала лента «От заката до рассвета» с Джорджем Клуни в главной роли. Американский журнал Esquire назвал 20 лучших фильмов о вампирах всех времен. Лидером рейтинга была выбрана лента «От заката до рассвета» с Джорджем Клуни и Квентином Тарантино в главных ролях. Картина вышла на широкий экран в 1996 году. Режиссером ее является Роберт Родригес, снявший также «Город грехов». На втором месте оказался хоррор «Дракула» с Гарри Олдманом, Энтони Хампинсом и Вайноной Райдер, вышедший в 1992 году, а замкнула тройку лидеров лента «Интервью с вампиром» с Брэдом Питтом, Кирстен Данст и Томом Крузом, премьера которой состоялась в 1994 году. Также в двадцатку лучших фильмов вошли «Выпусти меня», «Хронос», «Девушка возвращается одна ночью домой», «Носферату», «Призрак ночи», «Голод», «Пропащие ребята», «Выживут только любовники», «Баффи», «Истребительница вампиров» и другие. Ранее корреспондент Нет сообщал, что были названы лучшие фильмы 2016 года, лидером среди которых стал мюзикл «Ла-Ла Ленд». По материалам сайта Newsgro.com.